Мы сегодня проехались, посмотрели, все замечательно, все хорошо. Но этот центр, в принципе, ну, действительно много и к 700-летию было сделано. Что впереди, что еще не хватает и вообще... Уважаемые коллеги, наше посещение центра города – это преддверие предстоящего координационного совета, который состоит сейчас в администрации района. Мы показали только некоторые составляющие доступной среды в нашем городе, в нашем муниципальном районе. Вот. Я думаю, что это только первые шаги. Эти первые шаги наиболее активно стали реализовываться в преддверии подготовки к 700-летию со дня рождения преподобного Сергея Радонежского. Но и далее, в свете реализации муниципальных программ, а они уже имеются, муниципальная программа «Доступная среда Сергиево-Посадского района», сейчас разрабатывается муниципальная программа города Сергиево-Посада. Эти программы финансово емкие, вполне конкретные суммы там указаны, и они будут реализованы в последующем и позаследующем году. И вот при реализации этих программ мы как бы увидим насыщение того, что сегодня еще недоделано или надо доделать. Ну, можно по пунктам конкретно, что вот уже сделано и что вот по этим программам еще планируете сделать? Да, как бы меня не забуду. Значит, это распространяется на в разрезе здравоохранения лечебные учреждения, образование школы, детские сады, объекты спорта и культуры. В этих программах на все это предусмотрены энные средства, и срок реализации я сказал. Ну а что это? Это пандусы? Это значит, в первую голову, это пандусы, это поручни, это оборудованные туалеты, это информационные табло, в частности, в лечебных учреждениях для слабовидящих, это информационное табло для слабослышащих пациентов. Это вообще информационное табло, которое можно читать человеку с тем или иным недостатком.